и южный участок австрийских федеральных железных дорог. Он обеспечивает важное соединение между Австрией и странами, как Италия, Словения, Хорватия. Переход от Верхнего Муртала, долины реки Мур-Штирии в Клагенфуртский бассейн осуществляется через перевал Нойм-Мартесаттл. Это типичный альпийский участок с соответствующими подъемами и кривыми пути малого радиуса. Этот отрезок пути длиной около 4 километров уже некоторое время является участком с ограниченной скоростью. Неисправные деревянные шпалы, ширина колеи увеличена на 35 мм и дефектные рельсы являются фактором, требующим проведения здесь оздоровления пути. Важнейшими задачами проекта являются комплектное оздоровление нижнего строения, очистка балластной призмы на местах со скальным основанием и, наконец, укладка нового пути. В это время все поезда должны следовать без помех по соседнему пути. Задачи, которые могут выполнены только полностью механизированным методом работы и современными путевыми машинами. Эффективность работ зависит прежде всего от качества предварительного планирования. Речь идет о количестве материала, графиках работы машин и сотрудников, координации между строительными фирмами и компетентными органами железнодорожных путей. Требуемые данные и факты исходят из геологических заключений, обходов и получаются с помощью путеизмерителей. В нашем конкретном примере – путеизмерительным вагоном ЕМ-250. Начало ремонтных работ на участке. В рамках подготовительных работ удаляется растительность рядом с верхним строением пути. Укладываются новые кабельные шахты, восстанавливаются дренажные системы и подготавливаются фундаменты для шумозащитных сооружений. Первым непосредственным рабочим шагом является оздоровление нижнего строения. Здесь полностью удаляется балластный щебень и старый материал земляного полотна. Затем следует укладка геотекстиля с небольшим поперечным уклоном, обеспечивающим оптимальный водоотвод. Затем укладывается новый защитный слой на основную площадку земляного полотна и балластный щебень. Машина для оздоровления нижнего строения АХМ-800Р показывает здесь в полном размере свою гибкость и эффективную мощность. Она выполняет все рабочие шаги, начиная от вырезки старого материала, через рециклинг до безупречной укладки нового защитного слоя на основную площадку земляного полотна, в том числе и геотекстиля. Имеются в распоряжении две боровые цепи. Первой цепью вырезается щебень, предназначен для повторного использования. Вторая цепь вырезает оставшийся материал. Повторно используемый щебень транспортируется дальше с помощью транспортеров и подводится для измельчения в дробильную установку. Отсюда он подается в смеситель, где раздробленный щебень вместе с новым материалом земляного полотна и водой используется для изготовления песчано-гравийной смеси для нового защитного слоя земляного полотна. После выемки осуществляется разглаживание основной площадки земляного полотна. Сразу после этого следует укладка геотекстиля и доставка нового материала земляного полотна. С целью обеспечения наилучшей степени уплотнения постоянно контролируется и регулируется содержание воды в смеси. Большие по размеру плиточные уплотнители планируют и уплотняют песчано-гравийную смесь до требуемой степени. Укладка нового защитного слоя земляного полотна теперь закончена. Все требования, предъявленные к отличному защитному слою земляного полотна, выполнены. И это без демонтажа пути и при сохранении движения по смежному пути. На нашем участке щебеночный балласт частично лежит на скальном нижнем строении. На этом участке вместо оздоровления нижнего строения осуществляется очистка балластной призмы.
уменьшенная несущая способность и повышенное содержание влажности, которые, в свою очередь, отрицательно воздействуют прежде всего на деревянные шпалы, это основные причины, вызывающие загрязнение щебеночного балластного слоя. Эта проблема экономически эффективно разрешается современными балластно-очистительными машинами. Эксплуатируемая здесь машина типа RM80 представляет собой зарекомендовавшую себя машину, надежно эксплуатируемую уже на протяжении многих лет. Боровая цепь вырезает загрязненный щебень. При этом решающую роль играет точное управление цепью с помощью подпутной балки. Загрязненный щебень попадает в многоступенчатый грохот. Очищенный таким образом, щебень отличается даже повышенным качеством по сравнению с новым щебнем. К тому же он более дешевый. Обратная подача щебня осуществляется за боровой цепью. Вернемся к участку с новым защитным слоем. Здесь укладывается новый щебень. Так как для получения безупречной балластной призмы нужны несколько проходов выправочной подбивочной машины, то первый проход подбивочной машины осуществляется уже сейчас. Цель первого прохода – уплотнение самого нижнего слоя щебня. Вторым шагом является использование ниженазванной техники. Как, например, механизированный путеремонтный поезд МДЦ. Первой машиной поезда МДЦ является подбивочный экспресс 093X. Машина непрерывное действие для одновременной подбивки трех шпал. С целью профилирования балластной призмы следует планировщик щебня типа SSP-110SV. Последней машиной путеремонтного поезда является динамический стабилизатор пути DGS-62N, уплотняющий нижний слой щебня. Итак, в качестве третьего большого рабочего шага проводится реконструкция пути. Удаляются старые рельсы и шпалы, укладываются новые рельсы и шпалы. Новые привезенные рельсы разгружаются специальным разгрузочным устройством и выкладываются рядом с железнодорожным путем. При этом новые рельсы уже до разгрузки временно соединяются рельсовыми стыковыми накладками. В течение следующего рабочего прохода снимаются и убираются магнитным уловителем рельсовые скрепления. Перед началом работы поезда для реконструкции пути старые рельсы погружаются и отвозятся. Третья важная задача в рамках оздоровления пути, проводимая по представленной здесь технологии, состоит в укладке новых шпал и рельсов. Поезда для реконструкции пути самой современной конструкции выполняют эти рабочие шаги в смысле оптимально координированной работы по конвейерной технологии. Как здесь ясно видно, машина поднимает сначала уже подготовленные новые рельсы. После этого осуществляется демонтаж старых шпал. Непосредственно после гусеницы работает уже боровая цепь и планировочное устройство, которое обеспечивает необходимое опускание балластной призмы и оптимальное подшпальное основание. Теперь позиционируются новые рельсы на шпалах.
Задняя часть поезда для реконструкции пути движется уже по новым уложенным рельсам. Важным элементом поезда для реконструкции пути является транспортная логистика отвоза старых и подвоза новых шпал. Эта работа осуществляется здесь портальными кранами. До крепления их рельсы свариваются. С этой целью здесь используется передвижная машина для стыковой сварки оплавлением. Здесь показана подготовка к процессу сварки. Рельсы приводятся наконец в правильное положение. Затем на них опускается сварочная головка. При этом концы рельсов на основании их электрического сопротивления накаливаются высокой силой тока при незначительном напряжении и свариваются при соответствующей температуре. Так как не используется посторонний материал, то процедура сварки проходит полностью гомогенно. Сварка осуществляется полностью автоматически и благодаря этому обеспечивается постоянное высокое качество. Непосредственно после сварочной машины следует восьмишпидельный шупуроверт, который полностью автоматически соединяет рельсы со шпалами. В заключение шлифуются сварные стыки. Итак, чтобы новый путь обеспечить требуемую устойчивость для технической эксплуатации железной дороги, осуществляется подбивка нового пути. Этот процесс начинается с подвода дополнительного щебня. В завершении новый путь посредством подбивки и стабилизации фиксируется в требуемом положении. На новом проложенном пути выгружается дальнейший слой нового щебня. После этого осуществляется выправка пути, его стабилизация и профилирование шебеночной призмы механизированным поездом МДЦ. Как правило, процесс тот же самый, как и при предварительной подбивке. Машины, эксплуатируемые на этом фронте работы, также идентичны. Первая машина этого поезда, машина непрерывного действия для одновременной подбивки трех шпал, осуществляет подъемку, выправку и подбивку пути. Затем следует планировщик щебня, выполняющий профилирование балластной призмы. В заключение работает динамический стабилизатор пути, который уплотняет щебень и этим самым повышает сопротивление поперечному сдвигу пути. Подбивка нового пути осуществляется в несколько проходов. Перед подбивкой соответственно измеряются параметры положения пути путеизмерительным вагоном ЕМ-САД-120 и передаются системе управления поезда МДЦ. На базе этих параметров поезд МДЦ осуществляет следующий проход. Таким образом, постепенно достигается желаемое начальное качество. Также в смысле достижения наилучшего начального качества пути, международный стандарт предусматривает шлифование поверхности новых рельсов. Шлифование новых рельсов в данном случае осуществляется станком для шлифования пути и стрелочных переводов, который работает осциллирующими шлифовальными брусками. Станки этой конструкции обеспечивают безупречную поверхность катания и этим самым повышенную комфортабельность движения. Итак, путь готов для заключительной сдачи приемки путем измерения.
Все параметры накапливаются в памяти и имеются в распоряжении для последующих работ по текущему содержанию пути. После этого измерение участка пути можно передать в эксплуатацию. Из-за малых радиусов кривых предоставленный здесь участок пути выдвигает высокие требования к эксплуатируемым крупным машинам. Как видно, фирма Пласт Тойер предлагает также для этих специальных условий целый ряд машин, позволяющих полностью механизированное оздоровление пути. Основной базой для функциональных возможностей и качества этих машин является перманентная оптимизация используемых агрегатов и конструктивных узлов на протяжении уже более 50 лет. Поэтому для каждого строительного мероприятия имеются в распоряжении готовые решения, которые в течение кратчайшего времени приводят к точному результату и удовлетворяют самым высоким требованиям к надежности и экономической эффективности. Точно так, как при оздоровлении пути на альпийском участке Южной сети австрийских железных дорог.